Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня предлагаю вместе со мной приготовить паштет или намазку из фасоли с грибами. Это очень вкусно и полезно. Так как я буду использовать консервированную фасоль, такой паштет я приготовлю буквально за 10-15 минут. Но фасоль, конечно, также можно использовать и отварную. Но тогда вам времени немного больше понадобится, так как фасоль еще нужно отварить. Для паштета мне кроме фасоли понадобятся грибочки, можно использовать любые, у меня шампиньоны. Немного зелени, также можете на свой вкус использовать лук, чеснок. У меня луковица достаточно крупная, поэтому я использую половинку. Также понадобится немного соли и перца по вкусу и растительное масло. Для начала я нарежу грибочки и лук и обжарю их. Грибочки можете нарезать, как вам больше нравится. Здесь это важной роли не играет, так как мы потом будем все измельчать блендером. Теперь переходим к плите. Разогреваю немного растительного масла и выкладываю нарезанные грибочки с луком. И буду обжаривать до готовности. С фасоли слила всю жидкость и перекладываю в миску. Ну, немного жидкости я оставила на всякий случай, чтобы регулировать густоту паштета. Если вы будете использовать отварную фасоль, точно так же регулируйте густоту паштета водичкой, в которой фасоль варилась. Фасоль нужно измельчить погружным блендером до однородного состояния. И в получившуюся массу добавлю обжаренные грибочки с луком. И все еще раз перебью блендером. Выдавливаю чеснок. Чеснока много не нужно, только для пикантности. Добавляю соль и перец по вкусу. Мелко нарежу зелень и также добавлю в паштет. И теперь уже можно перемешать просто ложкой. Может, цвет у паштета и не очень аппетитный, но это очень вкусно. Паштет можно переложить в баночку или миску и охладить в холодильнике. Затем намазать на тосты и подать к столу. Готовьте с любовью. И всем желаю приятного аппетита!